Здравствуйте, дорогие друзья. Очередная посылка Китая GearBest. Вскрываем и смотрим, что у нас внутри. Так, вот такой маленький градусник. Ну как, относительно, он даже не маленький, большой. Упс. Для ребенка, для купания. Конечно, запечатано все так простенько и очень даже простенько. В обычный целлофановый пакетик с какой-то калечной наклейкой. Ну, лишь бы градусник выполнял свою функцию и радовал детей. Ну, в принципе, крупненький такой градусник. Внутри столбик у нас вроде бы не ртутный, имеет красный цвет, значит залита жидкость какая-то. Насколько правильно показывать, неизвестно. Но на данный момент в помещении 27 градусов, на этом градуснике где-то, если верить этой шкале, 28. В принципе, на 1 градус разница не такая уж и большая. Сейчас поэкспериментируем немножко. Его сюда закинем. И где-то я брал еще один градусник, чтобы определять температуру. Сейчас подождем, пока правильная температура будет. Сейчас ускорим. Так, вот я взял градусник. Температура окружающая где-то 27. Начала расти чуть-чуть. 27,5 градусов. И сейчас посмотрим, сколько покажет. Так, ну вот прошло немножко времени, минутка даже меньше. И как видим, этот градусник показывает 32 градуса. И этот наша рыбка показывает тоже 32 градуса. В принципе, хороший градусник. Показывает относительно правильно. Есть какие-то ограничения на китайском, не больше 40. Ну, это для любого ребенка не больше 40. А так, для купания до полугода желательная температура 36-38 градусов. А пластик такой надежный, крепенький, ничего не шатается. Прилаживаю, в принципе, усилия, и все нормально. Поэтому ребенок его не сломает и не разобьет, я думаю. Поэтому, в принципе, хорошая вещь для купания, как и развлекательная, также и для родителей, следить за температурой воды, чтобы ребенок не замерз. Поэтому покупочку я рекомендую. Ссылочка на сам товар будет под видео. Здесь, в принципе, больше рассказывать нету, нечего. Вот видим, у нас хвостик набирает воды немножко и в носу. И, скорее всего, оно держится под водой, но не тонет полностью. Все, на этом обзор видео заканчиваю. Не забываем подписываться на канал, обязательно ставим лайки. Всем пока!